на горной проповеди. В своята проповед на планината, планинска проповед, Иисус Христос сказал такое выражение. Каза следните думи. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны са чистите по сърце, защото те ще видят Бога. И если бы мы с вами получили такое задание, нарисуйте чистое сердце. Ако с вас получим такава задача, нарисуйте ни едно чисто сърце. Каким цветом мы бы это сердце закрасили? С какви цветове бихте отцветили това сърце? Вчера мы стали с вами говорить об обиде. Вчера започнахме да говорим за обидата. И когда мы спросили, а если бы мы рисовали обиду, каким цветом бы это была обида? И когато ли попитах, помните ли, ако обидата бихте нарисували, с какъв цвят щяхте да я... Чем? И мы сказали темный. Да, обязательно ще е някакъв тъмен цвят. Тоест, чистое сърце – это сърце без обид. А чистото сърце е сърце, в което не присъстват обиди. И с одной стороны, мы знаем, что мы все знаем, что такое обиды. Мы знаем, от една страна, всички сме познавали опитността на обидата. Знаем какво е това. Но с Божьей помощью мы желаем от нее освободиться. Но с помощью нашего Господа искаме да се избавим от нее. И это действительно возможно. И това действительност е възможно. И один человек дал очень хороший совет. Един човек дал много добър совет в тази връзка. Примите для себя решение. Вземете следното решение за себе си. И часто говорите внутри себя, когда что-то получается не так. И вътрешно често си го повтаряте. Когда получается что-то не так, как мы хотим. Когато особено нещо се случва не по начин, по който ти и аз искаме. Я не буду обижаться. Решението е следното, да си го повтаряте. Аз няма да се обиждам. И не буду оправдываться. И няма да се оправдавам. Знаете, что такое оправдываться? Когда мы пытаемся другим доказать, что это не так, как они... Знаете, какво е да се оправдаваш, нали? Когда се опитваш да докажеш на другите, че нещата не са така, както на тях им изглеждат. И вот я просто вспоминаю один момент. И аз спомням един момент. Когда что-то произошло, и в моем сердце появилось какое-то не очень хорошее чувство. Когато се беше случило нещо, и в сърцето ми се появи едно не много добро чувство. Когда я посчитала, что ко мне не очень так вежливо обратились. Когато аз започнах да смятам, че към мен не така учтиво се обърнаха. И тут я вспоминаю это выражение. И ето ме спомних си тази фраза. И я просто про себя говорю. И вътре в себе си го повтарям. Я не буду обижаться. Аз няма да се обиждам. И я просто почувствовал, что вот это чувство растаяло. И просто почувствах, че това чувство, тази емоция някакси се разтопи. Да, человек так поступил. Да, човека така е поступил. Есть какие-то причины, почему он так поступил. Сигурно има някакви причини, поради които така се е държал. Но я не бегу до себе. Но аз няма да допускам това да влезе в мен. Христос сказал такое выражение, когда он учил учеников, как молиться, помните? Когда Иисус учил учеников да се молят, той каза следните думи. Прости нам долги наши. И прости ни дълговете. Как и мы прощаем должникам нашим. Как и ние сме простили на нашите длъжници. Это очень важно нам понимать. Това е изключително важно да го разбираме в същността. Чтобы не жить в этой обиде, не находиться долго. За да не живеем дълго време в тази обида. И потом не начинать болеть еще и физически на фоне обиды. И да не би заради тази обидчивост да започнем да страдаме и физически, да се разболяваме. И я сейчас вспоминаю одно очень интересный пример. Един много интересен пример си спомням сега. За одного мастера, может быть, вы слышали, я помню, кунг-фу, который там... За один, да, тези учители по кунг-фу. Что у них там целая философия есть в этой... Тема целая философия в тази... Но он был таким уже великим этим мастером. Но той вече стигнал върховете на това
това изкуство. Чтобы за него была группа учеников, которые ходили за ним. Слово него имало цяла група с ученици, които попивали всяка негова дума, делата му. И для них он был большой авторитет. И за тях той бил огромен авторитет. И вот однажды он уже решил, что он уже не будет на этих рингах выступать. И веднъж той решил, че прекратява своята работа и няма вече на тези рингове да излиза. Появился какой-то молодой воин, который решил вызвать его на бой. Но се появил там някакъв млад воин, който решил да го предизвика в битка, в схватка. И вот этот мастер сидит за своими учениками под большим деревом. И учителя стои под едно огромно дърво со своите ученици. А подходит этот молодой воин и бросает ему вызов. Я не знаю, как это делать, но бросает ему вызов. Зовет его на бой. Един този млад воин и му хвърля предизвикателството. Не знам как го е направил, но го прави. А он сидит и молчит. А той просто стои и молчи. Тогда этот воин стал оскорблять его. Тогава този млад воин започнал да го оскърнява. А он сидит и молчит. А той седи и молчи. Тогда он стал оскорблять его предков. Тогава той започнал да оскърнява неговите предци. А это на Востоке ужасное оскорбление. А на Исток това е изключително голямо оскърбление. А он сидит и молчит. А той стои и мълчи. Но тот попрыгал, молодой попрыгал, ничего не получил. Но младежът поскачал около него, поскачал, опитвал се от тук и там да го предизвика. И ушел. И си заминал. И тогда ученики говорят этому учителю. И учениците тогава питат своя учител. Как ты мог так разрешить ему вести себя? Как ни позволи той да се държи по такъв начин? Ты бы мог его только один раз вот так ударить и все. Ти могло само с един удар да го свалиш на земята и край. А он говорит ученикам. А то им казва. Если к вам приходит человек. Ако при вас идва човек. И приносит подарок. И ви носи подарок. А вы его не берете. А вие отказвате подарок, а не го вземате. У кого остается этот подарок? При кого остава този подарок? То же самое относится и к оскорблению. Същото се отнася и при оскорблението. И гневу. И при гнева. И к обиде. И при обидите. Если вы ее берете. Ако вие позволявате да вземете подарък. Она у вас. Тя вече ще бъде при вас. А если вы ее не берете. А ако вие не сте поели подарък. Она остается този человек. Тя остава този подарък в този, който ги е носил всички тя неща. Это пример я вспомнила, когда сказала, что нужно принять решение не обижаться. И този пример си го спомня, когато ви казах преди малко за оная ситуация, когато взех решение, че няма да се обиждам. И если мы только будем вспоминать об этом, и ако просто си спомняме за това, нам уже будет легче реагировать. Вече ще не е доста по-леко да реагираме. Мы вчера начали с вами говорить о том, вчера започнахме разговора си върху това, что обида это как яд, который мы убиваем. Че обидата е отрова, която ни убива. При этом, что лучше убьет другой человек. Въпреки това, въпреки че убива нас, ние очакваме тя да убие някой друг човек. А тя трябва да разрушава нас самите. А всъщност тя разрушава нас самите. Поэтому решение прощение. За това точно решението да простиш. Это подарок не тому человеку. Това е подарък не за другия човек. Он может абсолютно об этом не думать, не знать. Той може за това въобще да не мисли, да не знае даже. Простить – это значит сделать подарок самому себе и своему здоровью. Но да простиш, това е да направиш подарък за самия себе си и за своето здраве. Это, как говорят, подмети свою половину улицы. А това е, както повтаряхме, да подметеш своята половина от тротуара. И это наше решение. И това е нашето решение. Как и решение любить. Както и решението да обичаш. Не по заслугам. Не поради някакви заслуги. Не по справедливости. Не поради справедливост. Что человек уже исправился, Божие прощение. Човека вече се е поправил, коригирал се, моли за прошка вече. Нет, мы принимаем решение быть свободными. Ние решаваме, ние вземаме решението да сме свободни хора. Потому что пока мы не простили. Защото докато все още не сме простили. Мы являемся пленниками этого человека. Ние се являваме пленници на този човек или на тези обстоятелства. Мы связаны нашими
реакциями. Не себе обвързани в своите реакции. И такой замочек есть, и ключик. И дори и катинар сме сложили на въжето, и ключе има там. Но этот ключик в наших руках. Но ключето, да знаете, все още стоит в нашите ръце. Не в руках этого человека, в наших руках. Не в ръката на онзи, който е отсреща, а в наши ръце. Мы можем его применить. И когато решим, можем да го използваме за услуждение. Я вспоминаю за одну женщину. Помня за една жена, которая приходила на наши семинары. Която идваше на нашите семинари. Не один раз, она много раз приходила. Не веднъж, а много пъти беше посещавала. Это была красивая христианская семья. Много красиво християнско семейство. Уже у них была взрослая дочь. Имаха голямо дъщеря. И вот на протяжении всей жизни и през целият им живот эта женщина считала, что ее муж ей изменял. Тази млада жена смятала, че съпругът ѝ изменя. Он работал дальнобойщик, водитель, который... Той работил всъщност шофьор на тези тирове. Очень такой красивый мужчина. Камион. И той бил много красив мъж. Она считала, что он изменял, флиртовал с кем-то. И тя така смятала, че той изневерява и той флиртува с някого. Он всегда это отрицал. Той винаги отричал това. И вот такая у них была жизнь. И така протичал живота им. И у нее было очень много боли. И тя, разбира се, натрупала много болка, много обида от всичко това. И она сильно болела, сильно болела. И, разбира се, боледувала по множество параграфи. И когда мы начинали говорить о прощении, и когато започнахме да говорим за прощението, она потом говорит, тя след това казва, когда мы говорили, как обида влияет на состояние здоровья нашего, когато говорим, как обидата влияе на собственото ни здраве, она говорит, я хочу простить. И тя казва, ще така, аз искам да простя. Но не могу. Но не мога. И несколько раз так она повторяла, хочу, но не могу. И няколко пъти го повтаряше, искам, но не мога. И наконец мы ей сказали, и в крайна сметка казахме, подумайте, глубинную кнопку честности нажмите. Помислете, натиснете тази дълбокото копче на честността. Действительно ли вы хотите? Наистина ли искаш да простиш? Она прямо обиделась. Тя директно се обиди, когато я же вам говорю, что я хочу, но не могу. Казваше, аз искам, но не мога. Ну что мы там упражнения разные делали, упражнения правихме и така нататък. А потом у нас был перерыв. После имахме пауза. Она посидела, помня, сидит так, думает. Беше се, да, стои си и размишлява. А потом подходит и говорит, идва и казва. И у нее глаза такие открылись, как лампочка. И въобще такива светнали, сякаш нещо в мозъка се светва. Я поняла. Аз разбрах. Что я вижу эту картину так. Че виждам картината така. Он мне столько боли всю жизнь сделал. Толкова болка през целия ми живот той е направил. Столько страданий я перенесла. Толкова страдания съм издържала. А я ему должна на подносе вот это прощение. А аз просто трябва на поднос да му подаря това прощение. Не. Он это не заслужил. Той това не го е заслужил. Поэтому мне очень нравится такое выражение. Затова ми харесва този изказ. Не могу. Не мога. Живет на улице, не хочу. Живее на улица, не искам. Еще раз. Аз не мога. Не могу. Живет на улице, не хочу. Живее на улица, която се нарича аз не искам. То есть на уровне ума, может, она, да, я хочу. С други думи, някъде тук в главата, може би, тя разсъждава, че да, аз искам. Но ее сердце не было готово к этому. Но сърцето не било готово за това. Потому что сказано, все могу. Защото апостол Павел казва, мога всичко. Укрепляющий меня Иисусе Христе. Чрез Иисус Христос, който ме подкрепя. И когда это решение приходит. И когато това решение идва.
что мы готовы, и мы готовы уже действительно отпустить все свои боли. Когда взимаем это решение, значит, мы готовы да се освободим, да отпустим тази болка, тази обида. Чтобы стать свободными людьми. За да бъдем свободни хора. И чтобы наше сердце летало под небесами. И тога, за да може лететь, сърцето ми да лети в небеса. И не держали его эти камни целые наших обид. И да не го държим с тези камни тук долу, здраво свързани към земята. То небо помогает нам, чтобы это случилось. То, когато вземем това решение, небето ни помага, за да може това реалност да се случи. Потому что нам нужно всегда понимать, защото е важно постоянно да осъзнаваме, что мы очень взаимосвязаны с окружающим миром, че сме изключително взаимосвързани с окружаващия ни свят. И когда вот в нашем сердце хорошо, светло, когда мы любящие, и когда в сърцата ни всичко е наред, всичко е добре, сияем, добри сме, от этого хорошо не только нам. От това добро, което е тук, не само на нас е добре. Хорошо всем абсолютно. Става добре на хората, всички абсолютно, които са около нас. Куда бы мы ни пошли, мы делимся своим внутренним състоянием. Където да се окажем, ние ще споделяме своето вътрешно състояние. И когда мы живем в обиде, в горечи. И от друга страна, ако живеем в обида, в горе с някаква болка, в разочарование, разочарование, в страхи, в страх. От этого плохо не только нам. От това е зле не само на нас. Плохо всем, с кем мы соприкасаемся. Става зле на всички, с които ние влизаме в допир. И поэтому можно сказать, что все небо работает над тем. И затова можно да кажем, че цялото небе работи върху това. Чтобы мы были свободны. Ние с вас да бъдем свободни. От обиды. Свободни от обиди и имели чистое сердце. И да имаме тази чистота в сърцата си. И мы вчера начали говорить с вами о том, что начинаем прощение со своих родителей. И вчера започнахме да говорим за това, че прощението започваме най-напред със своите родители. И я еще один пример хочу вам рассказать, он очень такой трогательный. Още един пример искам да споделя, който е много трогателен. Как небо помогает, когда человек принимает решение освободить свое сердце. Как небето помага, когато человек взема решение да освободи сърцето си от това. Об этом описывает один американский писатель. Един американски писател разказва тази история. Уэйн Дайер есть такой писатель, и он описывает свою историю о прощении. Уэйн Дайер рассказва своята история за прощение. Он вырос в семье, где было 4 брата. Израснал в семейство, в което били 4 брата. И он был самым маленьким. Той бил най-малкият. И когда ему было 2 годика, отец бросил их семью. И когато той бил само на 2 години, баща им напуснал семейството. И он никогда больше не видел своего отца. И това момченце никога повече не видял своя баща. Мама очень тяжело работала на разных работах, чтобы поднять детей. Майката, разбира се, работила много тежко на различни места, само и само да отгледа деца. Потому что он никогда, отец никогда не помогал. Защото бащата никога не помагал за това. И когда этот мальчик рос, он только слышал, что отец где-то то в одном городе живет, то в другом. И когда мальчето израсло, пораствало, така от време на время чувал, че баща му ето в онзи град май живе, и в онзи вече се е преместил. Он пьянствовал, он бил всегда. Че се е отдал на алкохол, че се бие. Менял семьи. Че си сменял семействата. И даже никогда не вспоминал о этих детях. И никога не се е спомнял въобще за тези деца, които осъзнава. И он говорит, что по мере того, как он рос, и този писател пише, докато аз израствах, росла его боль и огорчение на это. Растеше и моята болка и огорчение към моя баща. И когда он уже был профессором в университете, и когато вече този младеж, т.е. зрял човек, станал професор в университета. Он многого достиг, у него была семья. Достигнал високи нива, високи постижения в семейство и изградил. Но он чувствовал, что его обида, его гнев на отца уже переполняло все его существо. Но когато бил професор в университета, той пише, аз чувствах, че моят гняв, моята обида към баща ми
преизпълва цялото ми същество. И става очень разрушителна. И започва да бъде много разрушителна за мен. Става разрушаваться его здоровье. Започнала да влияе на неговото физическо здраве. Проблемы в семье начали сильнее. Започнали силни проблеми в семейството. На работе много неполадок. В работата му множество неприятности. И он понимал, он осознавал. И той осознавал, разбирал, что ему надо разобраться с этим вопросом, надо снять этот груз. Трябва по някакъв начин да се разбере, да разреши този въпрос, да свали това бреме, което носи. То есть смотрите, как постепенно он дорастает до решения быть готовым это сделать. Разбирате ли колко постепенно той израства в своето решение да разреши този въпрос, да снеме това бреме. Эти неприятности, которые начали в жизни, и тези неприятности, които започнали в неговия живот, они как будто подталкивали его. Като че по някакъв начин го подбуждали към това решение. Дорогие мои, в жизни не бывает случайностей. Скъпи мои, в този живот не се случват случайности. Что для нашего ума кажется случайностью? Това, което в нашата мисъл е някаква случайност, для нашего сердца является закономерность. За сердцето ли това е някаква закономерност? И вот когда он принимает это решение, что нужно с этим разобраться. И когато този професор взема решение да се справи с това. Давайте посмотрим, как развиваются события. Вижте как събитията се развили в живота. Звонит его друг. Когато той взел това решение, че трябва да се справи, но се обажда негов приятел някакъв друг щаб. И говорит, ты знаешь, я узнал, что вот в этом городе жил твой отец, и он умер 10 лет назад. И той казал, знаеш ли, аз разбрах, че ето в кой си град, е живял твоя баща, и той е умрял там преди 10 години. И он похоронен на таком-то кладбище, сказал ему название твоего кладбища. И даже му казал, преди 10 дней или 10 лет? 10 лет. Преди 10 години. Тоест, приятел му казва, аз разбрах между целия разговор, че баща ти еди, кой сега живял, и преди 10 години е погребан на еди, кое си гробище. И этот человек принимает решение на могиле отца побывать, хоть один раз приехать на его могилу. И този човек взема решение, аз ще ида, и ще прекарам малко време на гроба на моя баща. Он жил в северных штатах. Той живял в северните штати. А то в южных штатах, покорен отец. А бащата някъде в някакъв южен штат бил погребан. Когда му приняло это решение? Когато взел това решение. Ему по работе звонят и говорят. От работа му се обаждат и му казват. Нужно поехать в командировку в южные штаты. Трябва да отидеш на командировка в този южен штат. Он говорит, да, я поеду. О, с удоволствие ще отида, казал той. Он едет туда, делает все, что нужно по работе. Отива там, правит всичко, което трябва по сбръска с работата му. И нужно проехать еще 300 км до города, где похоронен отец. И още 300 км трябва да пропътува до града, в който е погребан баща. И он нанимает машину, в аренду берет машину. И той взема кола под наем, за да пътува това разстояние. Совершенно новая машина. Чисто нова кола. Еще упакованные ремни. Още била опакована с даже предпазните колани били опаковани на фолио. И когда он разпечатывает эти ремни? И когато той разпечатва тези колани, там попадает визитка. Там паднала една визитка. Там, ну, примерно, как я помню, гостиница Белокси. Да, хотел Белокси. Город такой-то. Еди кой си град. Он удивился, что тут эта визитка делает в новой машине. И той се учудил, какво прави тая визитка в тази чисто нова кола. Ну, положил ее себе в карман. Сложил я в джоба си. Пока он доехал туда, уже где-то день был к вечеру. И докато пристигнал денят вече, така, с вечерявал. Там, в этом большом городе было несколько кладбищ. В този голям град имало няколко гробища. И он обзванивает каждый из них. И той започнал да звъни на всяко едно от тях. И наконец на одном кладбище му говорят. И най-накрая на едно, сигурно имат някаква администрация, на едно от гробищата му казват. Да, ваш отец похоронен тут. Да, вярно е, че вашият баща е погребан тук. Наше кладбище находится возле гостиницы Белокси.
нашето гробище се намира до хотел Белокси. И мы сейчас скажем, как туда доехать. И сега ще ви обясним как да стигнете до там. Он говорит: "Не надо, я уже знаю". И той казал: "А, вече няма нужда, защото аз знам". Уже визитка есть. Визитката била в джоба му. И он описывает, что он впервые. И той казва за първи път. Стоял у могилы отца. Стои на гроба на баща си. Он говорит: "Я разговаривал со своим отцом". И той пише: "Аз започнах да говоря со своя баща". И я сначала гневался и плакал, и плакал, и кричал. Говорил: "Отец, как ты мог?" И най-напред аз плаках, крещях и обвинявах: "Татко, ти как можа?" Как так, ты мог за всю жизнь никогда не вспомнить о нас? През целия си живот да не си спомниш нито веднъж за нас. Я так хотел, чтобы у меня был отец. Толкова много исках да имам баща. Я так мечтал о тебе. Мечтаях за тебе. И он описывает о том, что когда он вот так выплакался. И той описва в книгата си, когато изплакал просто цялата си болка. И он почувствовал, что пришел необыкновенный покой в его сердце. И той пише, че след това дойде необикновен покой в моето сърце. И что на самом деле у него такая была глубокая любовь к отцу. Он даже не думал, что она есть. И всъщност осъзнал тази дълбока любов към своя баща. Даже не предполагал, че такова нещо присъства в душата му. И он сказал: "Ты знаешь, отец, я люблю тебя". И той казал: "Знаешь ли, татко, аз те обичам". И я шлю свою любовь. И споделям с теб своята любов. И он почувствовал такую полную свободу в душе. И почувствовал такава пълна свобода в душата си. Когда он вернулся домой? Когато се върнал вкъщи. Он за 2 месяца написал книгу. За 2 месяца написал книга, которая стала бестселером по продажам. Която станала бестселер по продажби в тази година. Его стали приглашать на различные программы, телевидение, радио. Започнали да го канят по различни програми, по телевизии, в радио. И как он описывает, его жизнь пошла вот так резко вверх. И както той описва, животът ми много рязко тръгна нагоре. Во всех сферах жизни. Во всички сфери на живота. Потому что он стал свободным человеком. Защото той се превърнал в свободен човек. А наше сердце предназначено жить под небесами. Нашето сърце, както повтарям, е предназначено да живее в небето. Е в следващем нашей встрече. На следваща ни среща. Мы будем продолжать эту тему. Ще продължим с тази тема. Потому что я понимаю, что она очень-очень важна. Защото осъзнавам, че е дълбоко важна. Для нас, желающих иметь за чистое нас, сердце. Които желаем да имаме чисти сърца. Но коротко только еще скажу. Но нека кратичко още нещо да кажа. Мы вчера касались этой мысли. Вчера разгледахме малко тази мисъл. Что когда люди ведут себя не очень хорошо. Когато хората се държат не много добре. Никто не делает это из-за того, что ему в душе хорошо в тот момент. Това никой не го прави, понеже в сърцето му всичко е много приятно и много добре в този момент. Как говорит один автор. Както един автор казва. Что сердце человека в этот момент кричит: "Сос!" Че сърцето на човека в този момент, когато не се държи добре с някой друг, крещи: "СОС! Мне не хватает любви". На мен не ми достига любов. И я вспомнила еще один очень интересный случай. И още един интересен случай си спомних. О том, что тоже в Штатах есть врач, ну, по крайней мере, я читала, что есть врач. Или четух за този лекар в Съединените Штати. Которому направляли самых тяжелых онкобольных. При него отправили най-тежките онкоболни пациенти. Уже которые как бы надежды никакой не давали. За които вече нямал никаква надежда. И побывав у этого врача, пройдя его курс. И когато преминавали при този лекар, изкарвали курсът при него. Некоторые люди полностью вылечивались или еще жили долгое время. Някои от хората напълно се възстановявали или живяли още много дълги И когда спросили этого врача, что он делает? И когато го питали този лекар: "Ти какво правиш с тия хора все пак?" Он сказал: "Самое первое, что я спрашиваю человека, когда он приехал?" Най-първото, което аз питам хората, когато още пристигнат: "А простили ли вы?" А вие простихте ли?
И я бы хотела, вот эта сестричка рассказала мне один случай очень интересный, чтобы она рассказала сейчас его, не този интересен случай, който си разказала, ако може да го разкажете и с това ще завършим. Вы его переведите, пожалуйста, чтобы мой муж слышал това. Разкажите. Да, това се е случило... 300 година, 20 век. В 30-те, это произошло в 30-х годах 20-го века. Семейство лекари. Одна семья, которые были врачи. Били в Африка миссионери. Находились в Африку и там были миссионерами. Връщаться там, те са от Югославия, от Белград. Они из Белград, это из Югославия, Сербия. И они возвратились обратно. На границата ги проверяват за проказа. И на границу они их проверяют, их обследуют за прокаженные, чтобы не были, разные болезни, чтобы не были. И в последний момент лекар заболяза петанце на ръката на жената. И в последний момент врач, который делал эти осмотры, заметил одна пятна на рука женщина, у рука женщины. И сразу ее изолировали в такое место, дом для прокаженных. И супруга напуска Белград. Ее муж оставил Белград. Найма си квартира в това градче, дето е. И он снял себе квартиру в то же самый город, в который находился этот дом для прокаженных. И всяка сутрин и вечер в 7 часа. И каждое утром и каждый вечер в 7 часов. Той отивал до оградата. Он ходил до забора этого дома. И казвал на жена си. И говорил си. Жена моя, я те волим као пре. Аз те обичам както преди. Говорил своей жене, моя жена, я тебе люблю. Она по-сръбски сказала, как и раньше, я тебе люблю. Това всеки ден. Каждый день. Продължение на 6 месяцев. Он это в продолжение 6 месяцев. И жена му се излекува напълно. Его женщина полностью вылечилась от этого. Спасибо, слава Богу за этого, да. Ако искате, нека да се помолим в края. Отче Небесни, в тази сутрин, Господи, благодарим Ти отново за великата Твоя любов. Подарил си я в изобилие, в сърцата на всеки един от нас. И аз Те моля, нека тази любов да ни променя, да ни очисти от гняв, от обиди. Нека тази любов ни учи как да обичаме ближния, както себе си. Как тази любов да лекува, Господи, не само нас, но и хората в семействата ни, хората на мястото, където работим. О, Господи, излей духът си в този нов ден над всички ни и нека тази любов ни зарежда постоянно. В името на Исус Те молим. Амин. Амин.